Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Centos for Freedom. Значит, при входе в кабинет у нас появляется такая вот надпись. У нас появился новый функционал. Значит, сейчас переведем на русский и прочтем. Мы очень ценим ваши ожидания наших пакетов. Появились у нас пакеты RevShare стоимостью в $5. Значит, что здесь говорится? Вы можете купить от пак сейчас. Перейдите на вкладку «Финансы» и перейдите в раздел «Купить от пак». Каждый от пак будет стоить $5. Вот я хочу сегодня купить один пакет. И он будет приносить вам ежедневную прибыль, пока не истечет 130%. Так что, купив пакет за $5, вы получаете обратно $6.50. На каждые 6 приобретенных вами пакетов вам нужно купить вот за $2 как бы позицию, да? Это по 10 центов будут с $2 ежедневно высчитывать матрица. Максимального лимита вы не можете. Так, вы не можете купить столько, сколько сможете. Каждый отпак будет выплачивать вам 1,75% ежедневно в течение 75 дней. Вы можете использовать свой остаток денежных средств, если у вас 5, чтобы купить один рекламный пакет. Или вы можете внести средства. Это чисто пассивный доход. Ну, здесь уже сами прочтете. Все зачитывать я не буду. Значит, я недавно выводила отсюда $11. Вот у меня это я 15 числа. Вот $11 я вывела. Оплата Centos for Freedom. Так как мне нужны были деньги для другого проекта закинуть, я вывела. И вот я ждала, пока мне вот накапает денежка. Вот у меня 7,64. И я могу позволить себе купить один пакет. Вот так ушки. Буду покупать как бы пакеты. И у нас новый функционал в кабинете. Смотрите, ну вот это вот у нас приборная доска. Значит, активность аккаунта. Что у нас здесь? Мой профиль, последние новости, моя учетная запись, запись статистики. Далее у нас что идет? Финансов. Так, депозитные средства, история депозитов, снять средства, снять RevShare. Мы можем снять, ну вот, когда истечет пакеты 6,50, так? Так, купить матрицу за $2. Так, давайте я поставлю оригинал. Мне так немножечко будет понятней. Значит, я хочу купить один пакет. Хочу показать вам, как. Так. Био, так, не то. Био, вот, био RevShare. Это купить, значит. Нажимаю. И я могу себе позволить купить, вот у меня аккаунт баланс, и я могу купить вот с накопительного RevShare баланса. Вот у меня уже здесь 3,50, и это походу у меня активные партнеры. Молодцы ребята, уже вперед, как бы, ну не спят, конечно. И я хочу, вот буду покупать, значит, здесь один пакет RevShare, вот. И у меня на балансе 7,64. Нажимаю купить. Давайте теперь переведем на русский, что написали. Ваша позиция была успешно куплена. Вы скоро начнете получать прибыль с этих позиций. Значит, перейдем теперь. Приборная доска. Так. И что у меня здесь? Смотрите. Баланс у меня стало $2. Здесь это у меня реферальные начисления идут. И как бы всего активных пакетов от меня один пакет активный. Он мне будет приносить прибыль. Так, давайте себе перейдем дальше. Финансов. Так, значит, купить RevShare. Так, отпак. А, это покупка позиций я уже купила. Так, далее что? Управление позициями. Так, мои RevShare. Вот, у меня один пакет куплен.
Вот за 5 долларов здесь будут идти начисления. Я могу как бы отслеживать свои начисления. Значит, что еще здесь у нас? Ну, это PIF. PIF другим пользователям. И валют трансфер. Так, далее что? Реклама. Так, давайте это я сверну. Так. Купить вход объявления, управление логинами, купить рекламу ПТС, купить баннер кредиты мы можем, купить реферал, текстовые, так, а текстовое объявление, это мы можем уже как бы свои кредиты, что у нас есть кредиты, текстовое объявление. Вот у меня 18 600 кредитов. Вот. Это все мы можем купить. Вот количество кредитов 6000. Это у меня рекламка идет. Количество кликов 17. Значит, это мы уже у нас есть. И рекламное объявление. Сколько у меня кредитов? 18 600 кредитов. Так, далее. С рекламой и инструменты участники. Так, мои рефералы, рекламные баннеры, посмотреть ПТС, АДС. Это мы смотрим рекламку. Сейчас на данное настоящее время нет ссылок. Но когда они появляются, можно в сутки просматривать по 5 рекламок. Так, ну, отправить отзыв и выйти. Вот такой вот у нас функционал изменения. Ну, в принципе, на этом все. Заходите, кому интересно, покупаем пакеты. Ну и будем зарабатывать. Вот, я буду подкупать помаленечку пакеты. Ну и да, и еще хочу что я сказать по поводу вывода. Значит, минимальный вывод отсюда, как я ранее уже говорила, 10 долларов, но на балансе должно у нас быть 2 доллара. Значит, минимум должно быть на балансе у нас 12 долларов. 10 долларов ставим на вывод, а 2 доллара остается как бы на балансе. Значит, финансы. Так, снять средства. Так, история депозитов, снять средства. Вот. Значит, смотрите, ваш неоплаченный баланс от 2 доллара заблокировано для автоматической покупки 2 доллара. Обратите вот это внимание. И вот это, вот здесь последняя строка, вот это доступно для снятия. Вот у меня нет, да, ну, как бы на данный момент, да? Вот, так что обращайте внимание. Вот. Ну, в принципе, вот теперь все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.